себе первый шпорт примерно 1959 года. Как видите, он почти в идеальном состоянии. То есть он долгое время пролежал в немецком музее, пока наш коллекционер его не выкупил. Вот, состояние просто совершенно классное. Очень нравится. Вот. И повел себе дарвинский лавины Кондор. Это более облегченная модель, нежели Кондор М-5. Вот. Она примерно 46-го года, 20-го века. Тоже имела штоковый тормоз. Вот. И было легче. То есть до 18 килограмм.